Куда держим путь? Мы едем в отель за нашими гостями, которые должны провести открытую тренировку. Соответственно, поделиться опытом. Они приехали из Санкт-Петербурга. Насколько я знаю, это Тарасов и... Прокофьев. Да, Прокофьев. Да. А с какого перепуга они так вот решили выбраться, не знаешь? Хорошие люди в хороший клуб. Обмен опытом. О, здорово. Поехали? Здорово. Сейчас там надо оплатить нам. Здорово, мужики. Какими судьбами посетили столицу Беларуси? Позвали нас Алексей Анципович, мой старый добрый друг, с которым мы уже очень долго общаемся, позвал на турнир на свой New Fight Engineering, с которым мы там кое-какие вопросы по сотрудничеству будем обсуждать. И решили вот мастер-класс и встречу с какими-то людьми, с подписчиками, тут с людьми, тем, кто интересуется спортом, в академию мы провести в Минске. А на что будет мастер-класс? Какой акцент? На фото. На общение, потому что в любом случае, да, какой-то короткий период времени, там толком что-то научить людей, это сложно. Так больше просто пообщаться, какой-то взаимосвязь с белорусскими спортлюбителями спорта. Особо анонса не было, То есть, там, грубо говоря, вчера только сказали пацанам, плюс будний день, пятница, час дня, вот, не знаю, сколько народу придет. Но учитывая там маленькие города и маленькие страны, как бы это ни звучало, то в маленьких городах всегда народу больше, чем в больших. Почему, не знаю, потому что там как-то воспринимается все по-другому. Там звезда таких масштабов, как мы, кажется, очень большими звездами. Хотя в Питере мы спокойно ходим, вот, все по-другому, и люди по-другому немножко реагируют. Ну, я заметил, вы так за здоровый образ жизни и подтягиваете молодежь. Как вы, какие шаги предпринимаете в этом направлении в России, может быть, еще в других странах? Да, сложно, наверное, на собственном примере только есть. А какие-то еще шаги? Если государство бы хотело бы бороться с алкоголем, оно бы давно уже победило. И, на мой взгляд, да, потому что есть там, многие там плохо рекламировать там то-то, как бы введите закон сухой в стране и все. Не надо будет ничего рекламировать. Весь сейчас спортивная индустрия в мире держится на рекламе алкогольных продуктов везде. В США, в Америке, в Мексике, в Японии, в любой стране, да, то есть есть главный титульный спонсор, один из самых больших, это там алкогольная продукция. Выбор каждого человека употреблять алкоголь либо нет, правильно? Мы не можем как бы, ну, там, за них, это выбор людей. Но введите закон сухой, не рекламируйте этого. Ну и последний вопрос. Я знаю, упомянул про Анциповича. И наслышаны ли вы вообще про Академию ММА? И знаете ли вы каких-нибудь бойцов? Я слышал, Академия ММА где-то в Америке есть. Я знаю, конечно, всех. Кудина знаю. Ну, Кудина я тоже знаю. Домковского. Да всех, как бы, да, который... Танцор сегодня, как он, фамилия, не помню, у парня хороший. А? Одинцов, да, крутой парень, очень-очень крутой, реально шоу закатывает. Я дрался 2 раза уже здесь у вас. Дрался в 2012 году и в 2017 году. Поэтому я Академию ММА... Оба раза проиграл. Да, с чего бы это вдруг? Оба раза выиграл вообще. Ну, может, пожелаете что-нибудь подписчикам? А что подписчикам желаем? За здоровый образ жизни. Давайте. Ты по одному не ходишь, так? Я попал. Здравствуйте. Здорово, Миша. Пойдемте, мужики. Давай. Вот, ну что, ребята, на самом деле рады вас всех приветствовать в Минске, в Беларуси, в нашей братской, скажем так, стране. Мы из России, вот. Ваши друзья, блогеры тоже живут у нас сейчас в Питере. Никита Рожитко, знаете, кстати? Вот, переехал к нам в Питер, двигается с нами, вот. И совсем тоже скоро, возможно, будут участвовать в битве за хайп, тоже представлять Белоруссию. Это очень круто, смотри, что смотри, так страна объединяется. Вот. Сейчас мы сделаем небольшой
Сейчас мы сделаем небольшой такой мастер-класс, там каждый покажет. Я покажу свои пару, ну, своих отрывов полевых рук, как я люблю отрывать ручки. Покажем свои какие-то фишечки. А сейчас, пацаны, давайте направо, бежали, бегом, легко. Раз, а потом ты просто где-то в отработке понимаешь, что вот оно вот так вот должно быть. И ты понимаешь, что я понял где прием, защиту или что-то в этом роде. У вас много хороших клубов. Отдельная благодарность Академии ММА, которая нас пригласила. Да, мне наши знакомые, уже два раза у вас на турнире дрался, поэтому может еще поделать. Поэтому я спасибо, что парни, что пришли. Беларусь это вообще близко нам страна по духу, по всему вообще. Ну, я считаю, то, что Беларусь и Россия. И я такое ощущение, что я не уезжал в Санкт-Петербург. Да, границу не проходили. Да, я как будто здесь и остался. То есть я заснул в самолете вначале, сколько проснулся, как будто я в Москве. Вот, большое вам спасибо, что пришли, что смотрите, поддерживаете. Уверен, кто-то из вас стопудово когда-то меня хейтил, писал гадости. Но, как говорится, вчерашний хейтер, сегодняшний фанат. И я знаю, то, что на примере вас, допустим, то, что мы делаем, один из немногих блогеров, которые делают благое дело, мы прививаем спорт, несмотря на все наши там конфликты. Это все YouTube, это все кино. Я хочу, чтобы вы понимали, что Ди Каприо, когда играет пидораса в фильме, он не пидорас в жизни. То же самое у нас, когда мы играем там плохих парней, либо хороших, на самом деле мы такие же обычные люди. И так весь YouTube. То есть не воспринимайте это как кино, воспринимайте YouTube. Точнее, воспринимайте YouTube как кино, это очень важно, потому что многие думают, что... И многие мне пишут, Артем, я думал, ты другой человек, на самом деле, ты там выпендрежник и все такое. Но вы сами видите, что мы обычные, простые пацаны, мы сюда приехали поддержать эту Академию ММА, поддержать турниры, спокойно с вами сегодня всем общаемся. Всем большое спасибо, давайте сейчас похлопаем.